Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом выпуске мы посмотрим на линейку детских телескопов от компании Livingook, а именно модель Labs T1, T2 и T3. Все приборы представляют собой классические ахроматические рефракторы. У каждой последующей модели чуть больше диаметра объектива и чуть больше фокусное расстояние. Кроме того, телескопы комплектуются алюминиевой двухсекционной треногой с высотой порядка 120 см максимальной, что идеально для целевой аудитории данных телескопов. А целевая аудитория — это дети дошкольного возраста. А школьникам, взрослым людям данные приборы будут уже несколько неинтересны ввиду их достаточно ограниченных возможностей. Модели T1 и T2 комплектуются азимутальной монтировкой самого простого типа наподобие фотоштатива. Модель T3 обладает чуть более продвинутой монтировкой типа AZ2, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, T1. Диаметр объектива 40 мм, фокусное расстояние 500 мм. Максимально полезное увеличение 80 крат. В комплекте вы найдете два окуляра 6 мм и 12,5 мм, которые обеспечивают разное увеличение, а именно 83 крата и 40 крат. Помимо окуляра в комплекте также присутствует двухкратная линза Barlow, но данный аксессуар будет несколько лишним, потому что в принципе окуляры обеспечивают тот диапазон наблюдений, который может обеспечить данный телескоп. Помимо этого, в комплекте оборачивающий окуляр 1,5 крата. Для чего нужен этот аксессуар? Напомним, что рефракторы обладают не прямым изображением, оно зеркально слева направо, что несколько некомфортно при наблюдениях за наземными объектами, то есть когда вы пользуетесь телескопом в качестве подзорной трубы. А данный аксессуар полностью выпрямляет изображение. Телескоп мы уже видим точно так же, как мы видим глазами, все прямое, не зеркально, не перевернуто. Собственно, с учетом данного аксессуара телескоп отлично подойдет и по наземным объектам. Помимо этого, в комплекте, естественно, диагональное зеркало, это неотъемлемая часть оптической схемы рефрактора. Без него наблюдать вообще не получится. Оптический искатель 5 крат, гарантийный талон, ну и собственно инструкция по эксплуатации. Сразу же напомним, что гарантия у компании Livingook на все приборы пожизненная. Что это значит? Это значит, что независимо сколько времени прошло со дня покупки прибора, если обнаружился какой-то дефект и вы соблюдали условия эксплуатации, то вы можете обратиться в сервисный центр в любое время и вам собственно помогут. Итак, модель T2. Телескоп обладает чуть большим диаметром объектива, это 50 мм, фокусное расстояние 600 мм. Как вы можете видеть, даже зрительно труба намного больше, чем первый телескоп. Здесь максимально полезное увеличение составляет 100 крат. Комплектация достаточно похожая, за тем исключением, что в комплекте нет линзы Barlow. Но, как мы говорили, она особо и не нужна. С комплектными окулярами увеличение получается следующее. 100 крат и 48 крат. Опять же, весь диапазон увеличений обеспечивается тем набором, что вы найдете в комплекте. Нужно сказать, что у всех телескопов из данной линейки нестандартный посадочный диаметр под аксессуары. Он составляет 0,96 дюйма. О чем это говорит? А это говорит о том, что с телескопами можно использовать только те аксессуары, те линзы, которые вы найдете в комплекте. К сожалению, в продаже с данным посадочным диаметром дополнительные аксессуары, переходники, светофильтры отсутствуют. Обязательно это учитывайте при покупке данного прибора. Что можно наблюдать в эти два прибора? В основном это Луна и наземные объекты. Можно посмотреть на крупные планеты, это Юпитер и Сатурн. Что-то разглядеть, скорее всего, удастся, но, видимо, это будут планеты без особых деталей, то есть что-то размытое. Итак, телескоп Livingook Labs T3. Это самая мощная модель линейки, обладает диаметром объектива 60 мм и фокусным расстоянием 700 мм. Максимально полезное увеличение у телескопа T3 составляет 120 крат, он самый мощный. И у него чуть более продвинутая монтировка. Она также азимутальная по типу AZ2 и содержит в себе винт, который позволяет тонко регулировать движение монтировки по вертикальной оси, что очень удобно при наблюдении самых мелких объектов. Комплектация у него также чуть-чуть отличается. Вместо линзы Barlow 2-крата там содержится линза Barlow 3-кратная.
хотя она также не обеспечивает ничего нового по сравнению с окулярами, то есть использовать ее нецелесообразно. Окуляры также несколько другие, вместо 6-мм в комплекте вы найдете 4-мм окуляр. На самом деле телескоп Livengook Labs T3 очень похож на модель, которую мы обозревали ранее. Смотрите обзор по ссылке. То, что нас интересует, это телескоп Livengook Strike 60NG. Очень похоже, различается только комплектация. Вот такие телескопы Livengook Labs T1, T2 и T3 рассчитаны в первую очередь на детей дошкольного возраста. Обязательно помните это при покупке. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе наших следующих видео. Ну и всем пока, еще увидимся.